Не знаю, ты нету. У него реагентов нет. Это там же в тайной магии все. Тайна, что булки. Да, все отлично. Погнали, я запустил. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний. В этом колизее. Первый акма, потом мы исприз, потом я. Нашими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в центр. Дали маги столик. Ай-яй-яй. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды призван гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Зигмаг играл в WoW последний раз, когда еще РС-ки не было. Я видел и более соперников. Ты напрасно тратишь наше время. Не знаю. Давайте рост. Прожимайся под третий стак. Забираюсь вниз. Смотри, Акма, ты правую танчишь, а есть фриз левую. Пойдет и все. Там бот дали пайсы, с него кстати спали. Иди рано отводишь, еще не положишь. Сейчас появилось. На магии еще. Так. Сейчас еще раз плюнет. Наверное. Потому что на меня 15 минут этого баф. Все, теперь хвост наверху. Сейчас на айсфри закинется паралич, я заберу. Только воит боссом под хвост заглядывает. Отводи лужи. Сбили. Кинул удушение перед кастом. Красавчик. Готовьтесь снимать берсу. Ну, отлично. В прошлом рейде тупо все его рывки поймали. Это было весело. Ну, там сейчас не попал. Если не...
Зачем? Чё, ДБ делаем? Короче, трофей. А легко ДБ делается, кстати. Просто не упасть, там все боссы лежат. Давай запустим еще. Вот я сейчас пытаюсь передать, и он не хочет передавать без ГП. Вот я 0 написал здесь. Что надо нажать? Нажать Escape. Ты когда ответственность на себя оставил, тебе надо было нажать нет. Просто нажимай Escape и все. Тролльте все трофеи этот, выкройку. Ну раз ты просишь. 87 там кто-то, 92. Сотка войт. А теперь смельчаки. К ритуалу призыва. Когда я закончу, появится. Надо кому-то что-то щит тут упал. Готовьтесь к забвению! Ладно, сейчас все сбросит. Бля, лопнусь. Будь, окинь мне. Ура, Будь. Там Мак тебя спрашивает про тактику. Да, смотри, здесь два вида меток. Сейчас спекнулся Акмал, все отлично, эсфри станчит. Два вида меток. Одну надо захиливать, со второй надо просто вынести лужу. Зеленая метка это лужа, а красная это захилить надо просто цель. Смотри, тут на боссе будут стаки, их надо снимать. Помогайте ему там, Лем, ППшки. Ну, чирокрадом снимаешь просто. Я скажу, когда они будут. Тут еще желательно рейндж держать где-то метров 12. А, сейчас еще появится портал, надо будет по нему сыграть. Он появится по левую руку от босса, вот он появился. Сыграй по нему. Захиливайте Джулиана. Треска беги, вот сейчас лужа на треске как раз таки. Вот видишь, зелененькая такая разливается. Вот снимай сейчас стаки с босса. 10 стаков на нем. Нахиливайте Элорана. Из того, что выпало, кому-то что-то надо, Войд, беги. Там сапоги на Эрдру, Рудак, тоже на Эрдру или на Холи Креста. Чит. Жри СПД захиливай. Реагенты поругай, на Эрдру шмос. Сыграйте быстро по вулкану. Прожмите чешки. Бьерн, беги. Там, наверное, надо снимать с него стаки, да? Или... Сыграйте массу и залейте эту фигню. Захиливайте шамана. Так и на боссе. Баш, ты в луже стоишь. Рульте трофей. Тем, кто смеет беспечно играть с темной магией.
К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на войну. Там, наверное, друг кому-то что-то надо, кто-то говорил. Быстрой! Альянсу не нужна помощь. Почему смотрю, получает трофей, когда я 72 выкинул? Успокойтесь! Ты долго ролил, потому что. Как долго ролил? Чернокнижник заявился и попросил. Ну попроси у него, господи. Надо кому-то что-то? Кидайте обмен, если что-то надо. Тут всякая фигня падает. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Победив их, вы заслужите достоинство. Они хотели запятнать. Блин, ты линкуешь на английском, непонятно. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Надо на реагенты распылить. Я хочу своим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Напишите мне в ПМ, если кому-то что-то надо, или я даю Бьорну, он просто распылит и все. Полариан, чего тебе надо? Ардрушное, это что надо, сапожки и груда? Или ППГ? Спасибо. Тут типа ПВП тактика. Вот это вот 10 классов, у них есть все способности классов, надо им сбивать косты, контролить их. Все остальное. Так, Ice Freeze будешь держать Паладина. Акма будешь держать ДК. Я подержу. Кто у нас там? Вара. Сыграете пороги. Я как-то бафи на ретрик. Чего? Нужен еще один танк. Где ретрик? Я. Смар. Ретрика я назначил. А где Роги? Ну вы же по нему сыграете в первую очередь и нормально будет, нет? Лок первый. Нет, первый Рог. Короче, смарт танка. Говорите кого-то. Чьи Рогу? Кого? Рогу. Давай тогда, значит, еще раз. Ice Freeze держит Паладина, Акма держит этого самого ДК, я держу Вара, Smart Q держит Рогу. Играем сначала по Локу, кружок, потом по Присту, звездочка. Это не Прист, это маг по магу, потом по Присту. Сейчас поставлю что-нибудь на него. Вот. Контрольте, сбивайте косты и все делайте. Смотри, Денис, еще не подходи близко к миликам. Они будут. Ну, они будут срываться там по КД. И убивать. Так. Все, все готовы, погнали. ВВ, прикинь, там в рейд этого кружок. Хамта тоже надо потом. Перестреляют. Играете по этому самому. Потом там по Локу, потом играете по магу, потом по Присту, потом по Ханту. Ты не спальте. По
ромбику, потом по красному крестику. Конус холода можешь дать по этому коту. И кольцо льда. После хата по шаману. Дружок. Пока бьем. Щит надо кому-то на успех там. Кончить будет кто-то. Ингвар вырвался. Беру. Ботинки на танка. Надо кому-то? Но. После шамана играйте по друиду. Поставлю что-нибудь. Нарученный эргру надо кому-то? Друида по кружочку. Теперь повару. Ближе. Звездочка. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще? Я отдался Бьорну, он распылит. Пали великие воины. Ульти трофей. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем. Умро. Лестница. Ульти рецепт. Надо что-то из шмалы кому-то. А вот трение на танка откуда падает? Палькет? Нет, отсюда. Шампиона. Она не упала. Давайте кто-то. Акма, давай ДД. Айс фрейс правую, я левую. Лишь сплотившись, вы сможете пройти по Виталик, он уйди. Отойдите оттуда. Две могучие воительницы плети. Кольцо. Поздно.
лестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Ты берете черную? Смотри, тут надо будет цвет поменять, если я скажу. Если не скажу, то не надо. Вот, может быть, сыграть по другой. Подожди. Сейчас там же есть ПД еще, не готов. Нет, ты сейчас черную берешь. Да не, я готов. Я хочу сказать, что оба ДК взяли черную первую. Потому что один из ДК в ДД. Приставав дайте. Что же, лист ПД готов? Ты паладин оставил ауру от огня, блять, у меня каст ауру стоит. Заебал. Позор вылетел. Кто вылетел? Эларам. Раз, ждем. Жри из ПД, ты готов? Да. Все отлично. Как зайдешь, скажи там что-нибудь. Что, зашел? Да. Да. Что, пойдем? Играй по правой. Рази, возьми черную и играй по правой. Черная возле меня. Возьми черную. Видишь, такая черная фигня. Сейчас умрешь. Ладно, я тебя захилю. Возьми черную сферку. Видишь, возле меня такая темная сущность, не знаю. Dark Essence. Дениска, подойди к звездочке, видишь, где стоим? Возьми черную. Все отлично. И бей теперь другую, правую. И встань там в рейде, в толпе. Да, играйте там по ней. Это было бы так, да? Ага. Ревностный. Рульте трофей. Вот потом бы мы думали полчаса о тактике мужика. Да, жук хуйня. Наручи дать хорошие на танк надо кому-то? Баламут, ты на оф, да? Он все равно никто больше не ролит. Шея на танка. Ну, пол арены там. Все, запускай.
вызов. Король Лич понёс... Босса-босса, АОЕ, босса-босса, АОЕ. Закопался трэш. Вырвался босса-босса, трэш. АОЕ. Просто играй по боссу, когда... Скажу играть в трэш, будешь играть в трэш. Да, там просто бомбы можешь по нему раскидать и дальше по боссу играть. Кроме экзекут фазы, когда Гера уже не дается, тогда только босс. Целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Ой, ты кулаки надаешь? Павших чемпионов. Не, я крестик. Будут принадлежать мне, Фордринг. Точно? Кулаки смарт-кью дает, да. Господи, у нас так друид умирал. Обновлял там на вальках. На чемпионах умирал друид. Так, я справа буду, Айсфриз слева, Акман на боссе. Смотри, на экзекут фазе этот Айсфриз там сведем трэш за рейдом. Чтобы я стан мог дать, когда он кастовать будет. Дайте кулак по роге, смарт-кью. Лучше ДК эльфа поставь на сбивание каст. Акма эльф, да? Акма эльф. Йоу. Акма. Ладно, эльф. Ну давай, Акма, тогда ты слева трэш, а Айсфриз на 8. Собьёшь каст. Я еще раз чекаю. Айсфриз, начинай. Сейчас вешай бомбы на мобов просто. Кликливайте их там, курики. Звездопады можете прожать. Если еще босс выберет тебя, то надо будет отбежать. Видишь, вот лужицы такие ледяные разлились сзади рейда. То туда. Надо будет отбежать. Но он вряд ли тебя выберет. Давай сейчас бомбы на трэш. Сыграйте по нему. Все, зарылся, сейчас кого-то выберет, кумихо, стань белую фигню. Отойдите с шипов. Шипы не ваншотать должны, что как пойми не ваншотать. Жрём им на ману, шаману тотем. Ангелев, тут силишь волнами танков, вот. Ну и все, в общем-то, иногда там можешь дать быстринку по тому, на ком дебаф ледяной этот. А так вот этот ледяной дебаф его эрдру захиливает. Нет, цепухи не надо на последней фазе. Аура огня на аура льда. Сейчас смотрите, выходит трэш, подводим под босса, играем сразу в трэш все, потом переводим босса. Трэш вышел.
развалить их. Убирайте по трэшу. Давай, Рост. Добейте трэш, потом по боссу. Все. Танков держите на фул хп, остальных, ну, процентах на 30, вот так вот. Бьорн, Смарт Кью, Фоларин, это метки на них, Виталий Кун, Джулиан. Бьорн заход, видите, метки. Все, танка держите на фул. ДФБ спорол. Скажи, что не ДФБ. Фоларин. ДФБ. Давайте сначала сундука расставим, он исчезает. ДБ это дань безумству, правильно я понимаю? Потому что другой... Бессмертие. Вроде танкоплащ. Вот в чем дело. Танкоплащ нужен кому-то? Ламут? Стой, вот этот танку, можно я тоже возьму? Ну, ралли, передашь тогда ему, если он... Передай Smart Q, пожалуйста. Я сидел его осматривал, блядь, и забыл ралли. Этот,